Всем привет, с вами Сид. Продолжаем проходить Metro Exodus. Действительно, что за зеленка? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт, носачи! Посадите меня! Давай. Скорее! Так, и? Не вижу никого. Можно в свет? Спасибо. А у меня фонарик не заряженный вообще. И? Кто там где? А чё, он сюда не идет? Ни одного выстрела не сделал. Че это у тебя за пушка такая жесткая? Я бы вот себе такую взял, конечно, да. Ну что, еще охота? Жги гранатами! Да какими гранатами? Их мало. Ты вообще не стреляешь? Хоть выстрелил. Спасибо. Так, тихо. Нравится, нравится, твари. Все. Судя по всему. Видишь, как удирают. Вот это я понимаю. Ну что? Рядовой Хлебников, можешь выходить. На выход, ну, Хлебников. Парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Не знаю. Нельзя было его от себя. А вот он. Живой. Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Да. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. Давай, малой. Нифига ты сильный. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. О, это их дом? Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Я взять могу? Ты видал, я могу взять. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так и выжили. Артём, смотри, спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись.
Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, назад. Приказ. Рядовому Хлебникову. На время отсутствия командования рядовой Хлебников является старшим по убежищу. Помимо обычных обязанностей по штатному расписанию, ему до особого распоряжения поручается дверь убежища задержать запертой в любых обстоятельствах, выходя проверять замок дважды. Грибное поле осматривать два раза в день, появившуюся слизь выжигать дотла. Вместе с субстратом лучше потерять одну грядку, чем все поле. На грязные станции не ходить, капканы проверять и перезаряжать минимум раз в два дня. Незачем мучить животных, хоть они и мутанты. Печенку есть обязательно, без отговорок. Аккумуляторы рации держать заряженными. Сеансы связи каждый день в полдень, около полчаса. Не скучать. Подполковник Хлебников. Ну, это понятно, это ему отец. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Это печально. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём, попробуем связаться с Авророй. Давай. За картой. Надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. А да хоть пихаться. Институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Черт. Опять помехи. Артём, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Без антирада на улицу нельзя. Осталось 3 ампулы. Папа для выхода из города берёг. Отлично, парень. Артём, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Спасибо. Только про патроны не забудь. Спасибо. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Теперь вопрос. Какое оружие мне заменить на рельсу? Рельса это что, по идее? Это, по идее, снайперка. У меня есть калаш, дробаш и... Вот этот товарищ. Ладно. Давай попробуем поменять на воздушку. Как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому, ну мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Ага. А, это типа ставится на... Я так понял, что... Рельсу, да? Правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо. Так, ладно, пускай будет так, в таком сборе. Почему они выживали все это время? Че это? Ну что, готов? Это антирад. Ну что, готов? Ну, с Богом.
Вспомни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Подожди! Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей жены в твоих руках. Вперед. А патроны мне как делать, товарищ Мельник? А? Или туда подходят простые? Ну, судя по всему, простые подходят. Ладно, хорошо. Так, нам надо аптечки. Фильтры вроде есть. Вот этих товарищей. Ну все. Отправляемся. Это у них разрушенная станция, я так понимаю. Ладно. Так, там наверх можно подняться, да? Наверное, я вот так вот сделаю. Мне почему-то с ним поспокойнее. Она вообще как, ну, дамажит, нет? Интересно. Я просто думал, что она побольше дамажит, если я в тулу еще попадаю и убиваю. Но, видимо, нет. Зеленка. Что такое зеленка? Это типа антирадин этот? А? Ребят. Что такое зеленка? Записная книжка 12 февраля. Вторая группа подтвердила главный склад пуст. Во всех контейнерах с крытой площадки Тара. Резерв антирада один месяц. Срочно снизить нормы. Возобновить работу по главному зданию. 20 февраля. Вернулась группа из главного здания. Потери 70%. В пределах допустимого. Склад на первом этаже. На полгода при текущем расходе. Поднять вопросы. Плану тактика на заседании комитета. 2 марта. План тактика утвержден комитетом. Соответственный по транспорту начальник эксплуатационного отдела по подготовке путей, начальник особого отдела. Все резервы наземных команд определяются, передаются особому отделу. Недосдачу выполнить за счет нарушителей. 18 марта. Начало работы по очистке путей. Экспертный отдел докладывает отставание от графика на неделю, нехватка фильтров, потери выше расчетных, снабжение взять на контроль. Особому отделу выделить 2 роты для охраны команд расчистки путей, резервов не осталось, работа выполнена на 30%. Беспорядки в депо подавлены. Так, работы по расчистке путей 35% выполнены, охрана себя оправдала, потери стабильны на восполнимом уровне.
17 апреля. Массовые беспорядки на грязных станциях. Особый отдел не справляется. Много сил отнимает охрана расчистки. Работа выполнена на 50%. Отставание от графика ликвидировано. Начальник экспертного отдела поощрить. На грязных станциях бунт, туннели перекрыты, баррикады на ключевых точках. Ситуация в целом под контролем. Мобильная мобилизация населения чистых станций до 50 лет. Особый отдел. Прорыв обороны на центральном участке. Бронелетучки потеряны. Положение катастрофическое. 20 мая. Группа особого реагирования, подполковник Хлебников, ликвидировала прорыв, туннель взорван. Бунтовщики остановлены на подступах к станции Сибирская. Работы по расчистке пути возобновлены. Выполнение 70%. Все свободные силы особого отдела на охрану расчистки. 5 июня. Станция Сибирская потеряна. Подполковнику Хлебникову приказано восстановить положение любой ценой. 7 июня. Непонятно. В результате успешной операции группы Хлебников бунтовщики на станции Сибирская полностью уничтожены. Хлебников представлен к неочередному званию полковника. Работы по расчистке на 90%. Выполнение опережения графика. Все резервы наверху. Так. 20 июня. Работы по расчистке 100% выполнены. Готовность подвижного состава 90%. Снабженцы обещают запас ходов 1400 километров. По спутниковым данным разведки должно хватить до Байкала по чистой местности с запасом в 300 километров. Локомотив сожжен бунтовщиками. План, вопросительный знак, силы особого отдела на поверхности отрезаны. Все резервы стянуты к штабу. 2 августа. Все, думаю, мы это заслужили. Видимо, все печально. Стало 2 августа. А можно выстрелить? Нажимаю стрелять, он не стреляет. Еще есть желающие? Бар какой-то, что ли? Шприцы. Чем они тут вообще занимались? Очень странно. Крайне странно. Зеленка. Ну, типа туда, да? А если я вниз хочу? Danger, стоп. Типа не каныч туда идти. Ну, если уж туда не каныч идти, то туда идти и надо. Припасы, это хорошо. Не сбежать пытались или гермоворота закрыть, что-то такое. Короче, непонятно. Ладно.
Остается только сюда. Понятно, чувак заскриптованный. Калаш. Так, бегом. Ты чё, сука? Блядь, отстань. А можно уже открыть? Это что? Для чего? Блять, стреляй! Какое место стрёмное, Как выживать? У меня ни патронов, ни хрена не осталось. Ладно, хрен с ним. Блин, ну ладно, чё? Будем с калашом двигаться. Другого варианта я как бы не особо вижу. Если я, конечно, здесь где-нибудь не надыбаю патронов. Что-то мне подсказывает, что не надыбаю. Так, ребята, дайте патронов. Желательно на дробовик, желательно штук 60. Ну вот рядом с такими штуками обычно патроны должны лежать. По 4 патрона дают. Типа нет.
Не расслабляйтесь. Где? Серьезно? Окей. Видим лодку, плывем. Что это за дрянь там была впереди? А. Так. А этот фонарик можно? Спасибо. Блин, хотя не уверен, что так лучше. Просто как бы не особо что-то видно теперь стало. Благодаря этому фонарику. Нам здесь выходить или дальше? Ну раз здесь Чё там за тварь такая лазит? Ты чё такое? Ёпа-мать, чё за червяки? Слушай, я на вас все патроны потрачу. Включай. Дамажит эта дрянь. Ёпу мать. Все? Что это за хрень? Зачем я сюда вообще полез? Вот и 30 патронов уже. Дохлый. Вот. Еще один дохлый. Так, тебя крутить вроде не надо. Пролазим. Серьезно. Я ради этого
сука. Пугает. Это типа улучшение на дробовик? Ну, прикольно. Только патронов на дробовик-то нет. Потрепанный дневник, 10 декабря. Вроде бы обустроились более-менее. Странно как-то. Вроде бы жизнь кончена, весь мир в труху. Пора делать не помехи. Нам тоже недолго осталось. Счетчик трещит все время. А военные все играют в свои игры. Комитет организовали особый. Куда там твое дело? Да и гражданским тоже хоть бы хны. То упрашивали помочь на Сибирскую перебраться. А как военные туда пускать перестали, они тут начали склоки устраивать за места подальше от туннелей. Какая разница? Через месяц тут хорошо, если половина в живых останется. Мутит. Сколько это я годовых норм за месяц схватил, интересно. Сегодня комендант раздал радиопротектор. Оказывается, у нас как раз сделали в институте. Думал это так, чтобы не паниковали, но нет, уколол сразу полегчало. Так что покоптим еще небо. Сколько же лет прошло, вся жизнь, и что в ней было? Так под землей и просидел, разве только в депо перебрался. Но это по службе, за зеленку не так раскорячишься. Потому и не записывал ничего, кому это нужно? Тут не то, что день ото дня, год от года не отличишь. Дернуло же написать такое вчера. Нашел, называется, старый дневник. Зима уже, откуда столько червей? Весь день чистили тоннель в техническом коридоре. Слизь сожрала все доски. Из чего теперь делать настил, непонятно. Хорошо до грибов не добрались. Только голода нам сейчас не хватало. 15 января. Сверху вернулись наши. Двое из пяти особист молчат. За выпивкой разговорились. Склад в академгородке пустой. Значит, сейчас урежет норма. Хорошо, у меня отложено немного. А кончится, ну и жизнь кончится. Туда ей и дорога. Ну и кто был прав? Норму урезали в два раза. Мне-то ладно, а семейным каково? Опять в два раза. Всего одна ампула, у нас тут это на неделю. Потом еще неделей начинаешь блевать. Ну а еще через две мере деревянный макинтош. Хотя какие сейчас макинтоши? Хорошо, если свиньям не скормят. Отдал последние 5 ампул Коле. У его дочки уже язвы пошли. Может, оклемается. А мне хватит, насиделся в подземелье в этом. Да и остальные тоже говорят. Повеселимся напоследок, расправим, что называется, плечи. Так, фильтры. Фильтры тоже полезная штука. Напрыгнет на меня. Все патроны потрачены просто в никуда. Просто в никуда. Слезь, встань точнее. Три патрона в дробовике. Чё по калашу? Здесь понятно. А, он перегрелся, типа что? Ну, понял. Видимо, грязный. Давайте аптечки еще, что? До победного. И вот этих штук. Будем стреливаться вот этими ребятами. С рельсы. Не знаю, как там у меня получится, конечно, но... Что будет, то будет. Что ж, ладно, на эту серию, думаю, будет достаточно. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!